Здравствуйте, друзья. Вот приехали к Валентину, и он вам расскажет про жаробку. Сколько Валентин ей, расскажи? 2 года. 2 года ей. Расскажи происхождение этой твоей жаробки. Подойди. Это чисто породная. Расскажи, Валик, где я ее покупал ты? Есть. У нас фермер. Есть, зовут Михаил, у него частная конюшня. Ее тоже занимается тяжелыми лошадьми. Вот Валентин. Ее 6 месяцев ей было, он ее купил. И уже вы ее запрягали, не, Валентин? Только верхом катается. Вот, она молодая, 2 года. Вот сейчас покажем. Вот ей тоже, видите, признак. Ремень по всем теле, что она белорусская упряжная. Хорошая, догледженная кобылечка. Не путаю на ее все, лелея. Привычить еще, чтобы ножку давала. Но ты, Валентин, на ее тоже верхом уже катался, да? Да. Красивая кобылица. Ну вот, будет она расти, я вам буду на ее обучать. Снимем видео, покажем вам. Ну, на 2 года она супер, супер. Только чтоб не покрылась жеребцом, она этим как не сорвался. Так. Вот еще Валентин, пошли возле твоего жеребца, там жеребятка с ним, он пришло тоже частника. Это тоже частника, да? Ну, жеребца он пасет на другом пастбище, отсюда где-то километр. А это тоже жаробка, да? Вот Валентина, вот и спортивный стоит. А это от колхозного жеребца, жаробка? Да. Мамка этой жаробки. Как Валентин зовется? Это тоже частник, да? Лыска, кобыла лыска. Тоже перд хороший. А сколько ей где-то возраст будет? 15 лет ей. Кобыла молочная, жаробка тоже красавица. Гуляя. Она такая, что... Да. Травы. Вот ферма колхозная, и тут травы хватает на лугу тоже.
переход. Ну, добро, друзья, поедем.